Девчонки, в этом видео я расскажу вам про свои бальзамы. И первый бальзамчик, который я вам покажу, это бальзам от Биокон «Бриллиантовый блеск». Я вам уже как-то его показывала. Мне он нравится из-за того, что он очень увлажняет губы. Он идет с блестками. Я очень люблю им пользоваться, когда катаюсь на роликах. Получается, вроде бы, как будто блеск для губ. И еще один бальзамчик. Это бальзам Greenway, натуральный объем. Очень пахнет зеленым чаем, таким нежным-нежным зеленым чаем. Он идет в тюбике с таким носиком. Он очень такой плотный, очень такой жирный, но за счет этого он не питает губы, а наоборот, он придает больше объема действительно, чем питает губы. Увлажнение тоже небольшое есть, так что я в принципе люблю этот бальзам наносить сверху какой-либо помады, именно сверху, как бесцветный такой штрих, потому что этот бальзам не имеет ни блесток, ничего такого. Обычная такая вот прозрачная смесь, после нанесения которой губки становятся действительно такие немножко объемные. Еще у меня есть вот такой бальзам от Nivea в баночке. Здесь 16 грамм, 16 даже и 7 грамм. Он обычный, прозрачный. Вначале мне пах носками, как я говорила, потому что он идет с запахом карамели. В принципе, мне нравится этот бальзам, но он больше подходит на такой вот летний период, потому что в холодный период, там вот осенний холодный период, весенний, там зимний, он быстро замерзает на губах. Если нанести его и выйти на улицу, он замерзнет у вас на губах, увлажнения никакого он не даст при этом. Если просто наносить в помещение его на губки или на ночь, все равно он такого увлажнения не дает. Это такой вот именно летний вариант, когда он летом просто будет так немножко жирниться, растекаться. Вот за счет этого вы наносите его совсем чуть-чуть, и в принципе губки у вас увлажненные. А вот в холодный период, сколько вы не нанесите его, он все равно берется таким комом. И мне в принципе не нравится из-за этого им пользоваться в холодный период. А вот летом я им люблю пользоваться. Еще у меня есть вот такой бальзам от Nivea, это розовый бархат. Я его тоже использую для катания на роликах, потому что не всегда мне хочется одним и тем же пользоваться. Этот бальзам придает такой немножко оттенок губкам, такой розоватый, но он очень-очень такой деликатный, его практически незаметно. В принципе, я его и выбрала для катания на роликах, потому что я катаюсь на них только в такой летний период в основном, потому что погода больше позволяет в этот период кататься, чем в холодный. И как-то мне комфортнее именно в теплый период использовать вот этот бальзам. Пользуюсь, когда катаюсь, и допользую его, и больше не куплю. Потому что этот бальзам увлажнения даже летом дает недостаточно. Из того же разряда у меня вот такой бальзам, это фруктовое сияние, клубника. Есть, я знаю, еще в красной такой темной упаковке, но я взяла вот такой вот, потому что его очень рекламировали на YouTube. Запах у него, конечно, такой вот именно клубничный. Он, я знаю, девочки многие его выбросили из-за того, что белая вот вокруг самого бальзама, белая какая-то пленка. Но дело в том, что я его когда приобрела, у меня уже была эта пленка. И я вот, дело в том, что не знаю, можно им пользоваться или нет. Им я навряд ли, наверное, буду пользоваться. Все бы ничего, он тоже дает оттенок. И я уже, по-моему, говорила, когда вы наслаиваете его раз, два, три, он просто впитывается и имеет возможность впитываться. И когда он впитывается, пигмент вот этот остается на губах. И после этого вы опять обновляете, и опять обновляете, и получится, губы у вас очень-очень красные. В общем, не очень это даже красиво выглядит, я бы даже сказала. Это тоже у него, как и с этим бальзамом от Nivea,
такая же проблема, он не сильно дает увлажнение губам. Из-за этого я тоже его не советую. Еще тоже в прошлом году я покупала вот такой вот от Nivea защитный бальзам, интенсивная защита, SPF 15. Я им пользовалась все лето и всю осень под помаду. Именно перед нанесением помады я его использовала. Очень хорошо увлажнял губы. Не так именно увлажнял, прям супер-пупер. Он сначала такой на губах как будто суховатый. Вы как будто нанесли какое-то масло, которое немножко подсушивает губы. Я просто не знаю, как это объяснить. Говорю своими словами. И получается такой эффект, как будто у вас бальзама нет на губах. Но когда проходит 10-15 минут, мне иногда приходилось даже промакивать губы салфеткой, чтобы убрать именно вот этот вот бальзам, сам бальзам с губ, чтобы осталось просто увлажнение. И после этого я наносила помаду, и где-то часа два, если не есть и не пить, а просто разговаривать, часа два губы увлажненные. Очень неплохой бальзам, советую его. На зиму он, конечно, не подходит, потому что выходите на улицу, и все равно губы берутся колом. Этого увлажнения мне, кажется, не хватает на зиму именно, даже под помаду, даже просто так. Его лучше использовать такой уже теплой весной, летом и еще теплой осенью. Неплохой бальзамчик. Еще у меня есть вот такой бальзамчик, тоже приобретен, можно сказать, недавно, по-моему, даже в этом году, я уже точно не помню. Нежное увлажнение. Действительно, нежное увлажнение на такой осенний и весенний холодный период этот бальзам, я думаю, в принципе, подойдет. Он бесцветный, но у него увлажнение такое скользящее, шелковистое. Увлажнения, конечно, этого не хватит надолго, потому что это нежное увлажнение. Я его приобретала для работы на дневной период, потому что у меня днем такая ситуация, когда я много разговариваю, занимаюсь какой-либо работой, и получается так, что нет возможности, нет времени как-то красить губы там помадой или блеском. Да и не нужно это, потому что, в принципе, у меня не такая работа, что нужно выглядеть на все 100%. Да, он мне помогал, но когда уже настали холода, его невозможно было использовать перед выходом на улицу, и он там замерзал. И именно замерзал, он становился таким коржиком на губах. Но в помещении его использовать очень было даже приятно и мне нравилось. Менее холодный период, я его советую летом, можно в принципе на ночь его, я думаю, кому как нравится, но я люблю на ночь больше питать губы, чем увлажнять. Увлажнение, мне кажется, это только такой вот дневной период, так что тоже хороший бальзамчик, можно также использовать его и под помаду зимой. Еще у меня вот такой вот есть любимчик, это Nivea Pure Natural молоко и мед. Это бестселлер YouTube. Этот бальзам для меня просто фаворит всю зиму. Я просто всю зиму его использовала. Именно днем, перед выходом на улицу. Конечно, зимой перед выходом на улицу немножко подмерзает. Но в принципе на минут 5, где-то 10 его хватает именно, чтобы он не замерз. Я в основном использовала его зимой на ночь, потому что мне нужен был ночной именно бальзам. И вот я его приобрела, как-то сначала скептически отнеслась к нему, но после того, как я его попробовала, в общем, никаких сомнений у меня не осталось, я была им довольна. В общем, я этим бальзамом осталась довольна, советую, 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 это моя любовь. Еще у меня есть вот такой бальзам, это бальзам от Avon Color Trend Twinkle. В общем, не помню, что это за именно запах такой, какие-то фруктики там были. Эти бальзамы были в прошлом году представлены в каталоге, но, по-моему, они даже сейчас есть, я точно не помню уже. В общем, этот бальзам идет такой прозрачный, но с кучей-кучей блесток. В общем, в принципе, неплохо, я думаю, для каких-то вот девочек, маленьких таких девочек. И почему мне не нравятся такие бальзамы, вот видите, я нанесла, и он сразу начал так как-то
не знаю, как-то криво, в общем, скомкался, не знаю, мне не очень нравится, иногда наносила, но вот эти блестки по всему лицу, не знаю, когда покушали, там попили что-то, и как-то растирается все вокруг губ, и не очень это красиво. Еще у меня есть вот такой вот бальзам от Avon Naturals. Я первый раз заказывала такой бальзам, у меня никогда не было в баночке именно. Какая-то скидка на них была, и я решила заказать. Очень часто пользовалась летом. Он у меня стоял возле компьютера. Я пользовалась, когда хотелось мне увлажнить губки. Пользовалась им очень даже часто. 15 мл. Здесь довольно-таки хороший объем. Мне нравится, когда много бальзама и хватает его надолго. Это бальзам-уход для сухой кожи, хлопок и мед. Кстати, сделали они это, мне кажется, наподобие, как есть в Oriflame. Специальное смягчающее средство, знаменитое их средство, которое тоже многие используют для сухих участков, на локти, там, на пятки. Кто как использует, я в основном такие средства использую для губ. Поэтому, мне кажется, Avon тоже как-то вот как повторюшка за Oriflame повторили. Но консистенция у них совсем разная. В этом бальзаме не такая консистенция, как в Oriflame. Здесь консистенция, она прозрачная такая, но больше кремовая, мне кажется. Больше напоминает мне вот этот вот Lip Butter от Nivea. Увлажнение такое деликатное, именно деликатное. Не слишком растекается этот бальзам, он не слишком такой увлажняющий, питательный, а именно такое деликатное увлажнение, поэтому я использую его только летом. Еще есть у меня два бальзамчика от Avon Care. Этот я еще не открывала, не начинала, оставлю на прозапас. А этот я начала. Этот бальзам — пчелиное маточное молочко, интенсивное увлажнение для губ, SPF 15. Запах очень приятный, такой немножко медовой, ненавязчивый. Здесь 10 мл, у бальзамчика такой вот носик. В принципе, я довольна этим бальзамом, потому что он мне нравился даже зимой, когда я его приобрела, и на ночь могла его нанести, и днем воспользоваться. Да, перед выходом на улицу, конечно, нежелательно им пользоваться. Не то, что нежелательно, он просто также немножко подмерзает, особенно если очень низкая температура на улице. Вот именно использовать в помещении и на ночь, и в течение дня советую. Вот этот бальзамчик очень неплохой. Поначалу, кстати, было очень трудновато его выдавливать из упаковки через носик. Но сейчас все нормализовалось, хорошо выдавливается. Главное перед тем, как воспользоваться им, не наносить на руки какой-либо крем, потому что потом трудновато немножко выдавить. Сейчас им пользуюсь на работе, очень-очень мне нравится. Еще есть у меня два бальзама от Oriflame Essentials. Я уже их показывала как-то в заказах, даже в фаворитах показывала. Я ими довольна. Этот бальзам я могу сравнить, в принципе, с вот этим вот бальзамом от Nivea «Молоко и мед». Они для меня практически одинаковые, только у этого запах немножко другой. Он должен отдавать миндалем, но мне пахнет чуть-чуть карамелью. Он белый, но на губах он прозрачный. Если его наносить плотным слоем, немножко будет выбеливать губы, конечно. Мне он, в принципе, понравился из-за объема. Здесь 4-5 грамма, довольно-таки большой объем для обычной помадки такой. И из-за этого он меня и привлек. Еще есть у меня от Oriflame вот такие вот 4 бальзамчика. Это как раз-таки специальное смягчающее средство от Oriflame. Вот эти два у меня идут с ароматом черной смородины. Этот бальзамчик у меня с ароматом миндаля. Этот у меня с ароматом вишни. Все они мне очень нравятся. Раньше как-то давно еще пользовалась. У меня был с, по-моему, каким-то шоколадом или с ванилью, я уже точно не помню. Такая коричневая упаковка. Я им долго пользовалась, он мне даже поднадоел, поэтому этими средствами я пользуюсь периодически. И они у меня стоят в основном возле компьютера.
Этот у меня стоит зимой возле компьютера, я им пользуюсь. Этот стоит у меня осенью возле компьютера, я им тоже пользуюсь. А этот как раз для весны. Сейчас он у меня стоит возле компьютера, я им пользуюсь. Очень приятный запах, такой весенний. И последнее, это мои любимцы, Carmex. У меня 3 тюбика, вот этот вот начатый еще с прошлого года. Я им пользуюсь не так часто, бывают такие периоды, что я могу чуть ли не каждый день им пользоваться, а потом у меня такой вот, не то что он мне надоедает, и не в целях экономии, а просто хочется чего-то другого уже, тем более с тем, что у меня очень-очень много всего, я как-то начинаю пользоваться чем-то другим, потом забываю про него, потом опять вспоминаю, хочется мне ощущать его запах, хочется мне ощущать его свойства на своих губах, и я опять возвращаюсь к нему. Могу попользоваться день, могу попользоваться два, потом передышки, потом могу целый месяц им пользоваться. В общем, как-то по-разному я пользуюсь, но все равно это неизменный фаворит для меня. Я его очень-очень люблю. Это первый бальзам, который я, в принципе, приобрела по отзывам на YouTube, поэтому он для меня как-то вот таким любимцем и остается. Вот эти два бальзама я заказывала на прозапас, но чувствую, что не скоро я ими начну пользоваться, потому что этому еще конец даже не пришел. Еще у меня есть Carmex в баночке, он очень мне тоже нравился. Многие говорят, что он лучше, чем Carmex в тюбике. Не знаю. Carmex тюбики для меня удобнее, потому что удобно наносить на губы. Пальцем лазить я не могу на улице, там на работу я даже не могу его взять, потому что на работе не всегда у меня бывают чистые руки, не из-за того, что я свинья, а в связи с моей профессией. Я его использовала только дома. Честно скажу, выгоднее, конечно, покупать в тюбике, потому что здесь идет 10 мл, я покупаю за 35 гривен, 7,5 мл идет за 35 гривен. Хватит мне этой баночки надолго, потому что я вот прошлую зиму им пользовалась, и вот у меня чуть-чуть, в принципе, такая ямочка образовалась, потому что был он заполнен именно под завязку, по самые края. И вот здесь только сейчас образовалась такая ямочка. Да, еще чуть не забыла, вот такой вот бальзамчик у меня есть. Сейчас он у меня лежит в сумке. Постоянно наношу его под помаду. Бальзамчик от Oriflame. Объем у него 1,6 грамм, поэтому бальзамчика тут очень мало. У меня он идет в обычный. Знаю, сейчас есть уже такие цветные, такие розоватые, красноватые немножко, телесного оттенка. Но у меня он обычный такой, бесцветный идет. Хватает его, в принципе, нанести одним движением на верхнюю губу, на нижнюю. И не нужно ничего наслаивать. Мне, в принципе, хватает этого увлажнения. После этого я, в принципе, наношу на губы помаду, и все хорошо, все наносится хорошо, губы увлажненные. Мне, в общем, нравится этот бальзам, но цена у него, конечно, завышена в каталоге, я считаю, за счет того, что объем маленький. Не знаю, лечит он губы или нет, потому что я им пользуюсь под помаду, но разглаживает он губы хорошо довольно-таки, мне он за это нравится. Ну вот, в принципе, все мои бальзамы, которые я вам хотела показать. Пока это все, что у меня есть. Хочется, конечно, много еще всего приобрести. Девчонки, спасибо за внимание. Если вы чем-то пользовались, напишите мне, нравится вам это или нет. Спасибо за внимание. Всем до новых встреч, до новых видео. И пока-пока.